Магазин Ремикс представляет вам палатку корейского производства AnyPlace. К сожалению, вот устанавливал ее один, поэтому немножко коряво, не натянуто. Так она выглядит со всех сторон. Палатка имеет две комнаты, спальню и тамбур. Двухслойная. Москитка абсолютно со всех сторон. Все стены закрываются. Также еще в комплекте есть колышки. Обратите внимание, какие они большие и толстые. Со второй стороны также можно было сделать козырек. Не стал его делать, чтобы увидели, какие прутья, из какого материала и какая там железная нить. Вот это вот дно. Это дно должно быть вот в этом тамбуре. Спальня. В этой спальне должно поместиться 4 человека. Ну, тут однозначно матрасы, самонадувающиеся коврики, закрывающееся окно, 2 кармана. Также тут есть для лампочки крючок, так же, как и в тамбуре. Все швы проклеены. Да, это надо было на внешнем куполе смотреть поздно. Вот. Ее общая длина 4 метра. Ширина 2,75. Высота 1,98 м. Более конкретное описание и характеристики смотрите ниже. Также там же видите ссылку на наше объявление.